Тормози, тормози. Сзади встань, сзади встаньте, двое. Ты что делаешь, а? Я не бей назад, знаешь. Слышь, сотрудник милиции, выйди из машины. Я вообще проеду на рынок. Из машины выйди, сотрудник милиции. Объясните, почему по тротуару есть, это же милиционер. У меня ребенок в больнице, надо вести, серьезно. Поэтому по тротуару, да? Я на рынок хотел проехать, серьезно. Да вы сотрудник милиции, какой рынок? Какой рынок? Вы сотрудник милиции. Файзулин Фарид Энверович. Что можно сказать по поводу сбитого пешехода? Ничего, да? Хоть раскаиваетесь хотя бы? Ну, бро, ты сам и пойми. Ну, тоже. Скажи, извини, там. Ну. Я не буду, я ваш. Товарищ инспектор, скажите, какие меры будут приняты в отношении данного гражданина, который сбил пешехода? Какие меры? Вот сейчас группа приедет, у них все спросит. Какая группа? Группа вообще на месте приедет. 500, в смысле? Ясненько. Что? Что делать? Ты сейчас камеру сломай, слышишь? Что делать? Показать? Со мной нельзя поговорить. Серьезно? Ты не откупишься ни по какому блату. Мне не надо купить. Как же? Послушай. Че? Честно, спеши. Извини. Я хотел извиниться, простите меня за то, что сбил пацана. Такого бов не повторится, и я не буду соблюдать правила дорожного движения. Another life taken too soon. Another mother had a few. Вы, к сожалению, реально мешаете. Смотрите, когда у вас пробка образуется. Я был вынужден наклеить наклейку на лобовое стекло. Давай, попробуй. Вот пыль, блядь. Тихо. Сука, у него ствол, блядь. Да, давай. Тихо. Ствол забирай. Давай. Давайте документы посмотрим. Хорошо, машину наберет. Претензии по нанесению травм? Нет. Нет, да? Едете на плен на пейку, серьезно говоря. А потом что я сделаю тут? Ну что вы сделаете? А ты увидишь, что потом. Ну, уберите камеры, пока в натуре эти камеры. Просто перепаркуйте машину. Я тебе говорю, я на работе, что не понимаю. Отлично. Вы мешаете, мешаете проезду. Сука, блядь, дебилы нахуй. Вы что, блядь, в натуре заболели? Мы не забавляемся, мы серьезно с вами говорим.